20-летняя жительница Лондона Софи Робертс, Софи Робертс, была подвергнута бодишеймингу в магазине одежды. Владелец бутика довел девушку до слез, заявив, что у нее нет шансов влезть в платье. Софи и ее подруга Чарли Мэдмент отправились на шопинг в магазин Лили Эс в Саутгемптоне. Англичанка выбрала несколько платьев размера 10-12, но один наряд оказался в размере 6-8. Заметив, что клиентка заносит в примерочную платье маленького размера, продавец повел себя неадекватно. Он вырвал его из рук Софи с криками: «Ты слишком крупная для этого размера, милочка. Ты не будешь его примерять». Софи пояснила, что действительно обычно носит 10-12, однако размеры разных производителей отличаются, и иногда ей приходится брать размер поменьше. Но продавец, он же владелец магазина, не унимался. Он сказал, что Робертс порвет наряд. «Дорогуша, ты явно не такого маленького размера, как это платье. Оно может подойти твоей подруге, но точно не тебе», — отрезал мужчина. Робертс даже предложила ему заплатить 20 фунтов за возможность надеть на себя наряд, но продавец был неумолим. Он заявил, что ее попытки втиснуться в платье грозят ему убытками. От обиды Софи расплакалась. «Я не хотела рыдать перед всеми этими людьми. Сначала я просто разозлилась, но слезы полились сами собой, и я сказала, что, очевидно, у него нет дочерей, раз он позволяет себе так унижать женщин», — рассказала Робертс The Sun. Около 20 клиентов магазина стали свидетелями инцидента. Они подтвердили слова девушки. А вот сам продавец отказывается признать грубое отношение к клиентке. По словам мужчины, девушки сами нарывались на ссору, потому что на его предложение подруга Софи заявила: «То есть, вы говорите, что она толстая?» Мужчина уверяет, что просто хотел помочь покупательнице подходящий размер, а та раздула из этого целый скандал. Возмущенная Робертс заявила о намерении подать в суд на обидчика. «Многие девушки не знают, как ходить по магазинам с умом. Они часто расстраиваются из-за обслуживания в бутиках и салонах красоты». Недавно блогер хайпанула на имени Ксении Бородиной. А Анфиса Чехова поссорилась с поклонниками из-за размера одежды.